Всем привет! А вот у нас поросята вышли погулять маленькие. Сегодня мы открыли загон с маманькой. Сюда на лето пересадили петухов, цесарок и индюков. Надо тоже побольше им загончик какой-то делать. Ну, все. Все рыхлятся. Копают. Копатели. Познают мир. Все, Челси не втерпешь прям. Все, Челси нельзя. Прямо охотница она у нас какая-то. Глаза да глазки за ней нужны. Поросята пробуют травку, корешки, повторяют за мамкой. Вырвал с корешками. Поросятам месяц с небольшим. Что они у нас? Так, месяц 10 дней. Надо уже, наверное, отсаживать от мамки. Ну, решили пока, что молоко она попоила подольше. Скоро, наверное, уже будем отсаживать. Свиной трактор. Ну, сейчас они спашут, потом картошку посадим. И никакой трактор не нужен. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока-пока.